Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиктельмон. И, ребята, сейчас идем выбирать покемонов для нашей следующей команды. Так как вторую команду, ребята, мы уже прокачали. И давайте начнем выбирать. Сначала давайте-ка мы вот это все поснимаем. Вот так. Отлично. Так, ну что, сначала давайте-ка мы... Тут же еще... А ну, давайте с этих тоже поснимаем. Вот. Сейчас, ребята, с нашей предыдущей команды тоже нужно поснимать. Это выкинем. То есть вот это нужно выкинуть, так как... Я думал, что... Сколько у нас там было? 1, 2, 3, 4, 5. Вот это нужно выкинуть. Так как, ребята, я просто тогда забыл, что я оставил на вот этих покемонов и взял себе новые, то есть. Но они были, как бы, поэтому давайте вот это сюда поставим. Вот так, то есть, чтобы у нас было в первом ряду. Вот, ща. Прокачанных покемонов мы давайте поставим в первый ряд, чтобы они у нас тут были. Вот так. А вот этих, в принципе, можно и вот сюда. Да, этого пока что нельзя, да? Ну что, ребята, выбираем вторую команду. Давайте первый у нас... О, нет, давайте водный будет. Кого взять водного? Тотодайл или Сквиртл? Или... Не, Гулдин, не хочу пока что. Вот эта машина, что эти звуки ее. Я не знаю, ребята. Водный. Давайте возьмем Тотодайла, допустим. Электрический. Электрический. Или Кит Шайни у нас есть. И кто же, кто у нас? Давайте Шинкса возьмем. Она вроде... Так. Она же вроде шайни есть. Или кто у нас там шайни есть? Я помню, у нас Шинк шайни был. Я чё его... Так, ребят, я чё-то не понял. У нас же вроде Шинк шайни был. А сейчас чё, уже нету? Ну ладно, допустим. Травяной. Снайви или Шайни Глум? Или Шайни Одиш? Давайте это такая команда будет, допустим, Шайни Одиш, да? Он же Шайни. Так они же... А я просто думаю, почему они на карте не отображают Шайни? Ну вот, Шайни вот этот кол... Вот этот цвет, да? Почему Одиш Шайни, но он не отображается, что он Шайни? То есть, видите, вот эта хрень и... Вот. Фиро 100% шайни. Но на карте он не отображается, что он шайни. Почему? Не знаю, ребята. Шинкс тогда тоже шайни. Не, а, нет, Шинкс не шайни. А фиг его знает, почему, ребята. Я же вроде помню, мы ловили шайни. О, Почтиса у нас шайни есть. Так, травяной у нас Одиш, да? Где он? Вот. Одиш. Нет, ребята, водного давайте не Тотодайл у нас будет, а водный у нас будет Ашавот, точно. Пускай будет Ашавот. И кто же у нас есть? А, водный, электрический, травяной, сейчас нужен огненный. Огненный у нас, в принципе, толком нету, что у нас огненный, у нас только магмар. Вот реально, огненных нам, ребята, нужно словить. Ту же Паниту, допустим, словим. Того же, кто там у нас, Синдаквилл можно словить. Торчик можно словить. Тепик можно словить. Это нужно половить, ребята, потому что у нас... Вот на эту команду хорошо, что у нас есть еще один огненный, то есть магмар. А больше я не вижу, ребята, чтобы у нас кто-то был. Поэтому нужно будет словить. А вот что мне интересно. Ликид же шайни, я же его вот даже с мастерболом ставил. Да, он шайни. Летающего. Летающий, ребята, у нас Шайни Старлю. Вот. Она 100% Шайни. Да. А, и кто у нас есть? У нас есть водный, электрический, травяной,
Огненный, летающий и один дополнительный. Дополнительный у нас давайте будет, ну, допустим, я не знаю. Допустим, Эканс или кто, допустим, ребята? Я не знаю. Может Сваблю? Сваблу. Или, ну, фиг его знает. Так, он какой у нас? Нормал и Флаинг. Нет, давайте-ка мы возьмем, знаете кого, ребята? Давайте-ка мы возьмем все-таки Эконса. Шайни. Вот такая не прям суперовая команда у нас получилась, но все же, допустим, пускай будет такая. Магмар же у нас, ребята, шайни. Вот какой красавец, да? Ну да. Так, давайте поспим. И знаете, куда, ребята, полетим? А полетим мы на наши острова. А знаете почему? Потому что там куча покемонов. А нам уже нужно качать арбы. И поэтому, ребята, мы еще даже не купили алтарь, но нам уже нужно прокачать арбы, чтобы, в принципе, было, чтобы потом уже сразу было, когда будет алтарь, чтобы не мы купили алтарь, потом еще прокачивать орб. Давайте уже сразу начнем прокачивать орб. Так, давайте-ка мы вот сразу это вот сюда. И вот сразу мы вот ставим. Вот так, отлично. Так, ребята. Что я хотел? В принципе, все, нам больше ничего не нужно. Мы уже сразу летим туда. Да, в принципе. У нас 20 ультраболов, ребят, нам еще нужно будет потом ультраболы сделать. А я вроде не могу еще на Старлинг летать. Точно. Я не могу еще на ней летать, так как она не очень большой уровень. Вроде только на следующий, на Старапторе. Ну давайте тогда туда тпхнемся или просто вот тут половим. Давайте просто вот тут тогда, если мы еще летать не можем, то давайте мы, ребята, вот тут будем прокачиваться. Так, ну давай. Потом нужно, ребята, будет прокачать Магмара, то есть. У него и атаки не такие уж охрененные. Нужно, ребята, сейчас пойти ему атаки изучить. У нас там куча темок, и а он просто, у него вообще толком атак нет. Вот этот Сани. Ну вот, наконец-то убил. Так, Магмар. Не очень такие. То есть, нужно идти ему, ребята, изучить, потому что это нет, это нет. Ладно, у нас там вроде куча должна быть, то есть куча темок, которые мы даже, в принципе, не используем. А нужно бы использовать, потому что с ними намного легче прокачивать. Вот, это офигенная. Sunny Day нет. Flame Charge. Давайте вот эту возьмем. Эту нет. И давайте вот Flame Charge возьмем. Мне кажется, так нормально будет. Электрические есть у нас какие-то? Thunder. Может на Шинкса? На Одиша я не знаю. У нас есть там Solar Beam. Две штуки даже. Energy Ball. Ну, давайте Energy Ball возьмем. Сизер, нет, эту не возьмем. Давайте сейчас прокачаем, ребята. А у нас Магвар, в принципе, уже 46 уровень. Нам ему только 14 уровней прокачать. Поэтому, в принципе, даже нормально. Так, ну что, ребята. Давайте вот эту ему прокачать. Ну, это, в принципе, не очень такая, но пускай будет. И эту. Флэмчач. Так, давайте Шинксу. Шинкс. Тандер. Это должна быть такая, более-менее. И Одишу давайте, я не знаю, Energy Ball. Во. Так, нормально, по идее, должно быть. Тандер, в принципе, больше... Так, это наш Одиш, что там вылез. Или он там был, ладно. Так. Нормально, это мы складываем вот сюда. И потопли, ребята, прокачать. Вот, там Понита как раз. Нужно бы ее реально словить.
Да, в принципе, нам сейчас всех нужно ловить, ребята. Нам же нужно всех ловить, так как охота, охота, нет, электрод. Нет, ну давайте попробуем его хотя бы убить. О, смотрите, как уровни пошли. Норм, нормально. Ой, что там было? Так, это не нужно. Ох, ребята, Старли эволюционирует. Вот сейчас на карте показывается, что это Шайни. А почему тогда не показывалось? Фиг его знает. Ну все, по идее, сейчас мы уже летать сможем. Стараптор, да? Давай, давай, давай. Вот так, за одного электрода сколько нам уровней дало. Так, ну где он? Старавия, а не Стараптор. Так, сейчас, секундочку, ребята. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Так, а мы можем уже на Старавии летать? Нет, не можем. Ладно, так уж и быть. Не можем пока, не можем. Фух. Ну, тогда, ребята, будем пока что тут прокачиваться. А давайте мы попытаемся прокачаться с помощью рыбалки. Мы же вроде раньше так... Ай-ай-ай-ай, иди-ка ты сюда. Ну то, что если мы там, конечно, вытащим, хрен его знает, там, Сикинга 40 уровня или там Гулдина, то, конечно, фиг его знает, сможет... О, это у нас там кто? Старли. Вот тебя мы, по идее, должны убить. Это кто у нас? Панита? Или Рапид? Панита, но большой уровень. Ну, в принципе, давайте попробуем. Убьем. Опять куча уровней. Так. Аша... О, и Шинкс уже эволюционирует, ребята. Нормально. За первая команда, но за небольшое количество времени мы уже прокачали уровней так 10 на всю команду, если не больше. Уже где-то на 50 таком уровне мы, ребята, прокачаем Магмара в Магматора. И, в принципе, тогда вообще нормально будет. Так, ну чё, Шинкс? Люсио, точнее, уже сейчас. М. И аж вот эволюционирует, но вот что-то не показывает, я не знаю почему. Вот сейчас, по идее, он должен расти, но почему-то не показывает, я не знаю почему. Только не говори, что заглючило опять. Как с тем Снорлаксом было. А, вот нормально прокачалось. Терган, вот так. Ну что, смотри, ребята, прокачался у нас... Шинкс, Люксио, вот. И Шавот, Девота. Вот. Отлично. Ну чё, потопали дальше? Милтанг. Ну это такие небольшие уровень. Вот, электробаза можно убить. Твою, ладно. Отлично. Так. Шавот, давай-ка ты назад. Магмар 46, Люция 16, Старая 16, Эконс 21. Эконс у нас тоже Шайни, да? Сколько у нас Шайни в команде? Магмар, Одиш, Старавия и Эконс. 4 Шайни в одной команде. Нормально. Так, покушать, 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 покушать. Вот. Так, это у нас там кто? Дуктрио. Нет, нет. Нет, ребята, не будем идти за Дуктрио, не хочу. Давайте половим кого-то, если получится. Ладно. Уже? Сикинг. Вот говорю, что вот такие уровни, если попадутся, то не очень будет, но ладно. Нужно все-таки лучше... А хотя вот, смотрите, сколько уровней ребята дает. Вообще офигенно. Уже Еканс эволюционирует. Вот так на сикингах такие с 30 уровней как раз повытаскивать, еще и рыбку заработаем, да, то есть покушать, что будет. Еще, ребята, и прокачаться так неплохо. Вот на таких уровнях такие 20 уровней до 30 уровней как раз нормально так прокачиваться, мне кажется. Ну, до 30 нет, до 20, там, 7 где-то нормально будет. Так. Че, Арбак? Вот, ребята, уже у нас Арбак Шайни. Арбук. Отлично, отлично, отлично. Давайте дальше. Уже. Ну, поле... О, полевага можно попытаться хотя бы словить. У нас же водиша там с... вот эти... Сейчас, 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 дайте. Я сейчас посмотрю, если он не словится. Словили. Ух ты, 20% покедекса заполнены. Нормально. Так.
Это можно выкинуть, это тоже можно выкинуть, это тоже. Это, в принципе, тоже. Это можно выкинуть. Вот это потом пожарим. Так, о. Нет, пулевак, ты уже у нас есть. О, там... А, лучше бы, конечно, тёртвика. Твик. Виг. Как он пишется. Ладно, потом разберемся. Оу. Охренеть, это что было? Ха, прикол. То есть мы можем цеплять. Офигеть. Им! Ну прикольно, прикольно. Так, можем цеплять их, да? Так. Во. О, тебя у нас тоже еще нету. Слоем, ребята. Нам же нужно тоже ловить покемонов, то есть всех сейчас, как я говорил. Нам еще нужно сделать себе ультраболов. О, еще один новый покемон. Нормально, ребята. Нужно сделать себе покеболов, потому что не очень много их у нас уже осталось. И нужно бы действительно, ребята, сделать. Ну что, рыбачим. 17, 17, 18, 17, 22. Ух. Вот сейчас, ребят, я знаю, куда мы пойдем. Сейчас, наверное, все-таки уже нет. То есть мы вот так порыбачим. В следующей серии, ребята, мы, наверное, пойдем в пустыню. Там словим покемонов. То есть, может, того же Тепига найдем, если... Ну, посмотрим, найдем, не найдем. Так. А потом, когда прокачаем Старавию Стараптора, на остров... Сделаем себе орб, и там уже будем прокачивать и орб, и покемонов. Вот у нас уже 38 уровень. Нормально. В принципе, нормально. 48 яблочек. Нету смысла сразу же, ребята, использовать раркенди. То есть с такого небольшого уровня сразу же прокачивать всех с помощью раркенди как-то... Ну, не очень. А вот так, в принципе, нормально. То есть, что Магмар просто большой уровень, так как, в принципе, мы его сразу вот так словили. А потом мы его сразу же, ребята, и прокачаем в кого-то, ну, в его следующую эволюцию, да? Так, ну что, никто не ловится? Нет? А может просто не ловить их, а можно просто, может просто понаходить, то есть тут должно быть... Нет, зуба тут... Вот тут гулдины есть куча. Давайте туда пробежимся. Мне кажется, как раз так нормально будет. 20... О, тебя тоже... Вот таких 20 уровней как раз сейчас нормально убивать. То есть у нас и покемоны не такие большие уровни, чтобы прям капут. А вот таких можно попытаться и словить, и... Так, тут у нас кто-то... Нет, Старли скупается там. Ну ладно, тебя, в принципе... Ух ты, три рыбки нам дала. Нормально. Так, Ледиба, я тут видел, ты тут был. А так, он, это у нас еще там кто? Булдор, нет, ребята, туда мы не идем. Он под землей. А, тут у нас кто-то будет. Гулдин, какие-то большие уровни. Только Мэджикарпы. О! Так, ну тебя тоже можно убить. Так, чё бы... Отлично. Ну так, потихоньку прокачаться, ребята. На начале вот так, вот этих. Хотя бы до 30 уровня. То есть уже 18, 17, 19, уже, в принципе, ребята, нормально. 15, 28, вот. Так можно магмаром как раз прокачаться. Конечно, не очень так нормально. То есть... Огненный против водных. Но, в принципе, если он так нормально с пару ударов гулдинов убивает, то как раз. Как раз. Так. О, еще тебя можно. Ты, конечно, такая мелкая и быстрая. О, ну попали. Попали хотя бы на нее. Сколько? У нас 16 рыбки. Нормально. Еще и покушать себе найдем. Ну, в принципе, у нас и так покушать. Да хрена, поэтому как-то. Фух. Ну чё, давайте домой, то есть дом, конечно, близко, но все же, чтобы далек,
чтобы не топать, а вот так ты вехнуться. Давайте поспим, ребята. Люксио. Да так, нормально прокачали, в принципе. 15 уровней где-то так, мне кажется. Может, чуть меньше. Но все же, мне кажется, нормально. Давайте все... Хотя нет, мы же еще летать не можем. Еще летать не можем. Поэтому нужно так как-то сначала прокачаться. Так, давайте-ка мы... Сейчас. Это мы тогда ставим вот сюда. Это тоже, чтобы не мешало. Это тоже. 39 уровень. Офигеть. Так, сюда мы что ставим? Вот это и вот это. И потопали, ребята, дальше. Еще хотя бы так. Прокачаться каждому по 10 уровней. 10-12. Так, это у нас там как раз... Кто там у нас? Литви... О, ну, Литвика, мне кажется, мы убьем. Тем же Магмаром. Нормальный такой. Уровень, да. Так, это кто у нас? О, Джигли... Уф. Тебя... Иди-ка ты сюда. Во, отлично. Тебя, по идее, мы... О, с одного удара вообще офигенно. И нормально уровней. Ну, уровня 3 нам дало, в принципе, нормально. Если еще сейчас Литвика убьем, то вообще офигенно будет. А потом опять же на тех же Снорлаксов можно пойти ночью, да? Тем же Магмаром, мне кажется, мы их поубиваем. Только не говорите, что он в земле. Он в земле реально? Или кто это? Литвик? Ну вот тут один, да, но это не он. А, вот он тут должен быть, да, вот. Ух, нихрена себе. Не, ребята, его мы не убьем, у нас еще покемон не такие большие уровни. Да. Ну ладно, убивай, да. Так, да, давай. Я не думал, что он такой большой уровень будет. Ну хотя, да, в принципе, против Магмара. Давай, давай, убивай уже. Офигеть. Вот зараза. В принципе, большой уровень реально, поэтому... Поэтому и убил. Так, ну что, давайте-ка мы дальше потопаем на таких хотя бы 30-х уровней, пока мы не можем вот таких убивать. Вот что-то реально вообще никого не вижу такого нормального уровня. Эконс, нет, Эконс не нужен. Или давайте попробуем хотя бы в ту же пустыню пойти. Например... 1600 минус 700. 1600 минус 730 там было, да? Во! Как раз. Этих у нас еще нету. То есть попытаться хотя бы, ребята, половить. То есть действительно нам нужны новые покемоны, так как мы прокачали две команды, но все же на четвертую у нас... О, как раз словили. А на четвертый у нас, в принципе, не будет нормально покемонов, мне так кажется. Нумел, то есть Нумела у нас еще нету. Какой он там уровень? 30-й. О, так Нумелов можно еще убивать нормально. Не тобой хоть... Охренеть. О, мы еще одного словили. Отлично, ребята. Ребят, мы словили за одну серию 4 покемона. Это, в принципе, нормально. О, если ты небольшой уровень... Хотя на тебе даже прокачиваться можно нормально. 40-й уровень. Точно, ребят, если они нас не убьют. Хотя мне кажется, что убьют. Поэтому... Твою ж... Так я же сбежал. Чё ты... Или нет, не сбежал. Еще один, который сейчас всех перебьет. Том-том! Во. Так, валим отсюда, а то... Еще сейчас нас. Я там сайт расслышал. Так, это кто? Попытаемся хотя бы. Не нападай, не нападай. Сайтер. Ну ты большой уровень, тебя мы фиг словим, но попробовать. О! Давайте пока будем так ловить, пока... Пока мы просто качаемся. Потом, когда больше будет уровней, то... Ну, никто не ловится, но все же попробовать можно. Так, Голдин, да?
Охренеть, что боссы вообще как-то. Ну, в принципе, понятно, то есть огненный против водного, да, но вот, как раз так, нормально. Ох, нормально так уровней дало. И все, ребята. Можно делать опять себе ультраболы. То есть у нас уже ультраболов нету. Толком. Ух ты, зараза. Сейчас нас только магмар качает. Больше у нас и нету нормальных покемонов, которые нас... Охренеть, еще отхилился. Вот, отлично. Хотя бы убежали. Ну ладно, потом еще вернемся сюда в пустыню. То есть в пустыне есть покемоны, которых нам нужно словить. Даже куча. Вот тот же Нидорино. Но, как видите, не ловится. То есть нам нужно прокачать еще наших покемонов, чтобы потом половить их, да? Ну, зато Нидорино словили, отлично. 5 покемонов за одну серию, это нормально. Так, это у нас тут кто? Он, ну, Агрон, ладно. Давайте, ребята, домой, потом мы вернемся. Ну так, 20 и 21 уже уровни, ребята, то есть нормально, мы прокачали уже уровни. И, в принципе, ребята, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, не забываем, чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.